современная, яркая, с безопасным покрытием из резиновой крошки. Такая детская игровая площадка появилась недавно у дома 39 по улице Вокзальная в Одинцове. Малыши и подростки с удовольствием качаются на качелях, лазают по веревочным паутинкам, катаются с горок, а родители отдыхают на удобных лавочках. Очень рад тому, что открылась новая площадка. Тут долгое время пустовало это место, то есть дети не могли найти себе место. И сейчас, когда открылась эта площадка, то есть малыши очень рады, то есть такая классная площадка, несколько горок и качели, то есть все очень круто, современно все, на высшем уровне. Площадка лишь часть комплексного благоустройства двора. Здесь также уложили новый асфальт. В скором времени подрядчики нанесут разметку для парковки и сделают лежачих полицейских. А рядом для жителей дома оборудуют дополнительные машиноместа. Рабочие уже обустраивают парковку на 50-60 автомобилей. Запланированные места для машин инвалидов. Сейчас на территории активно ведутся строительные работы. В этом году в Одинцовском округе появится свыше 19 тысяч квадратных метров дополнительного парковочного пространства. Новое асфальтовое покрытие в 13 дворах и 28 благоустроенных детских игровых площадок. В настоящий момент на 7 дворовых территориях уже полностью ведется ремонт. На двух, еще на 4 дворовых территориях подрядная организация выходит с 10 июля, приступает к выполнению работ. По двум дворовым территориям, это Савинская Слобода и Горки 10, в настоящий момент проходит аукционная процедура. Кроме того, по программе губернатора «Наше Подмосковье» в этом году будет выполнено благоустройство 10 детских площадок. Одна из них открылась ко Дню защиты детей в Трехгорке. Еще одну у стадиона «Спартак» в Звенигороде планируется сдать к концу месяца. Детские площадки отвечают всем стандартам, которые сейчас ставятся перед ними. На них присутствует наружное уличное освещение, благоустроена прилегающая территория, расстелен газон. Выполнено ограждение, также установлено антиударное покрытие. Новая детская площадка появилась и у дома 104 на Можайском шоссе. Качели коромысла, горки, веревочные лазалки. Все сделано по высоким современным стандартам и нравится детворе. Завершить обустройство игровых площадок планируется до конца лета. А комплексный ремонт дворовых территорий должен закончиться к 15 сентября. Наталья Гончарова, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».